Здравствуйте, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я хочу сделать мясные оладушки. Для этого у меня фарш, у меня свиной здесь 300 грамм. Он у меня уже соленый, перченый, поэтому соль, перец я не буду добавлять. Значит, 300 грамм кефира, но у меня греческий йогурт. Луковица, одно яйцо. И разрыхлитель, и мука. Муку мы будем подсыпать по одной ложечке, будем смотреть, сколько нам муки понадобится. Ну и приступим. Сначала мы, значит, высыпем наш йогурт. Так, сюда мы забьем одно яйцо. Все это размешаем. Так, лучок сюда насыпем сразу. Вы можете его как бы фарш. И также можно этот лучок сделать совсем меленьким. У меня он не крупный, вот такой. У меня обычно в морозилке. Вот сейчас все это мы размешаем. Так, и теперь мы сюда добавим наш фарш. А, еще разрыхлитель наш. Так, и все это теперь хорошо размешаем до однородной массы. Ну вот я дальше размешала таким этим венчиком у меня. Вот я фарш весь хорошо так разбила до однородной массы. И теперь мы будем добавлять муку. Ладно, муку будем добавлять ложками. Так, сначала мы сейчас добавим 2 ложки с горкой. И посмотрим. С горкой, ну так как 3 обыкновенные ложки, я думаю, что хватит. Тесто должно такое быть, чтобы мы его могли ложкой выкладывать. Ну, в общем, вот так. Сейчас мы пойдем к сковородочке. Ну, вот мы теперь пришли к сковородочке. Масло наше уже согрелось. И теперь мы будем выкладывать наши мясные оладушки. Вот таким образом мы будем их выкладывать. И второй ложкой будем помогать себе их так сформировать. Я их положила, ведь они не пригорают. И сейчас я огонь маленечко убавила, чтобы они хорошо прожарились. И сейчас дожарим, потом я покажу, как мы будем переворачивать. Мы их перевернем, наши оладушки. Вот они, видите, они легко переворачиваются. Вот я их перевернула. И теперь будем их дожаривать. Итак, все дожарим до конца. Мои мясные оладушки готовы. Посмотрите, сколько тут у меня. Они очень вкусные. Я уже попробовала. Очень такие нежные, воздушные. Ну и давайте мы вот сейчас разломим. Вот, посмотрите, как они там внутри. Все пропеклось. Очень вкусно. Приятного аппетита вам и мне. Повторяйте за мной. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Пока-пока. До встречи.